Всем привет! Сегодня мы расскажем о грунтах, которые должны использовать при посадке петунии. Итак, чтобы посадить петунию, нам для них нужен грунт. Грунт – основное требование к грунтам. Что мы должны знать о грунтах? Грунт можно взять цветочного направления, как вот такой вот у фаска, цветочный. Или же можно взять универсальный. Вот если честно, то не загоняйтесь. Возьмите лучше универсальный. Мне как-то вот он больше нравится. Вот такого. Универсальный. Подходит для всех видов цветов. Незатейливый. И, в общем-то, он себя оправдывает. Значит, основное, что при покупке грунтов вы должны точно знать, что грунт должен быть не комком. Он должен, то есть вот вы берете мешочек, трогаете его, он должен внутри быть такой рассыпчатый. Ну, когда откроете его мешок, то увидите. То есть состав грунта должен быть из земли, не состоять из одного торфа. Иначе просто растение быстро будет испарять влагу, потом в конечном итоге земля зацветет, и растение будет чувствовать себя не очень хорошо. Вот. И грунт должен быть, кислотность грунта должна быть 6,5-6,7 и не более. То есть это тоже один из важных факторов. Ну и, конечно же, дренажи. Ну, производителей дренажей много. То есть если вы будете сажать петунию просто в ящик, обязательно должна быть дренажная система, то есть, чтобы растение не было застоя воды. Вот. Дренажи тоже представлены в большом количестве, мелкие, крупные. Лучше, конечно, использовать мелкие. Мне почему-то больше нравится. Пишите, задавайте вопросы. Мы с удовольствием все ответим на все ваши вопросы. И любым комментариям будем очень рады. Спасибо вам. До свидания.